Торжественное открытие эстафеты, посвященной 70-й годовщине Великой Победы, состоялось возле памятной стелы «Город воинской славы». В соревнованиях участвовали команды школьников, студентов, сельских округов, а также жители и гости курорта. Такие же ребята, как вы, в таком же возрасте, уходили в лютую стужу, в жару, голодные, холодные, защищать свою родину. От имени главы муниципального образования курорт Анапа Сергея Павловича Сергеева искренне поздравляю вас с наступающим праздником Победы. Состоящая из 10 этапов эстафета прошла по главным улицам города – Ленина, Пушкина, проспекту Революции, Гребенской и Горького. Маршрут протяженностью более 3 километров. Первая дистанция – самая длинная – от стелы до сквера боевой славы. Немного страшно, потому что самый длинный получается забег, 700 метров – самый сложный. Из всех, кто бежит, длинная дистанция, бегу всегда я, как бы. Остальные все спринтеры. По итогам эстафеты школа номер 15 финишировала первой среди общеобразовательных школ. Среди СУЗов – Анапский индустриальный техникум, вузов – Анапский филиал Российского государственного социального университета. А самыми спортивными среди команд сельских округов оказались жители Субсехского сельского округа.